Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ чудесного сервиза с изображением птиц на фарфоре. Я знаю, что многие коллекционируют именно эту тематику. Великолепное состояние, чудесные чайные тройки. Здесь они представлены в количестве 8 штук. Также большая объемная сахарница. Я бы даже сказала, что это бонбонерка. Обратите внимание, какая она высокая. В посылке был еще и чайник, но он повредился. Я вставлю фотографию. Безумно жаль, тем более сервиз антикварный. Датировка его с 1920 по 1936 год. И это Лимож Теодор Хевиланд. И есть также подпись декоратора. На что стоит здесь обратить внимание, это наличие вот этих золотых ручек. Большая редкость. Мы такой фарфор встречаем с вами нечасто. Чудесные птички. Ну и самое чудесное, это бабочки. На фарфоре тоже редкий рисунок. Форма чашечек покоряет, удивляет, такая низенькая, с удобной ручкой. И чашечка поддерживает такую рельефную форму, граненную. Тончайший белоснежный фарфор держу в руках и словно пушинка. Здесь сразу несколько клеем. Это Лимож, там сама мануфактура Бельян. И также подпись декоратора. Тарелочки здесь многогранные, белоснежные, все покрыты золотом. Цветочный декор. Маленькие бабочки и очень акцентная десертная тарелочка вот с этой птичкой. По кромкам разбросаны чудесные бабочки, тонкий, тончайший фарфор. Красота изделия, конечно, поражает. И обратите внимание, также есть номерные знаки и клейма в тесте. Шикарный экземпляр в вашу коллекцию. И в целом это музейный экспонат. Вы знаете, как сильно ценятся птички на фарфоре. 8 чайных троек в прекрасном состоянии. Роскошная золотая ручка. Полностью 24 карата. Фарфор здесь также не прям белоснежный, он имеет такой молочный оттенок. Вы только посмотрите на вот этих бабочек. Продажа этого комплекта рассматривается и целым набором, и также попредметно. То есть в вашу коллекцию можно добавить по одной чайной тройке. Удивительная красота изделия. Такая вот прекрасная птичка. И стиль выполнен такой более азиатской тематике. Но что мне нравится больше всего, это вот эти низенькие чашечки и, конечно, золотые ручки. Поэтому, если вас заинтересовали чайные тройки, то пишите мне на WhatsApp. Показываю дальше. Такая прекрасная высокая сахарница. Такого размера и форм я лично не встречала. Посмотрите, какая она высокая. Плюс дополнительно здесь идет удлиненная ручка, которая вся покрыта в золоте. И красивые квадратные ручки. Тоже они усыпаны золотом 24 карата. Дополнительно хочу отметить, что все изделия покрыты вот этим красивым рельефом, граненностью, фестонами. Здесь небольшие букетики и прекрасная бабочка. Такая красивая форма ручки. Состояние всех предметов в идеале. Такая крупная сахарница. Вот сами птички, увитые вот в эти прекрасные ветки с цветами. Ручки, золото здесь горит и сияет. И форма, как и у чашек, такая граненная. Очень красиво все выполнено. Даже вот здесь идет подрисовочка с цветами. Рисунок одинаковый с двух сторон. Роскошная сахарница, очень тонкий костяной фарфор. Сахарница тоже может продаваться отдельно. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Мы редко встречаем с вами такие сервизы, такие изделия от Лимож. Я лично в восторге и очень рада, что показала вам прекрасных птиц на фарфоре. Такие птички были на обзоре. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы и, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи. Ну как же оторваться от этих птичек?